Дальше асары, которые как бы подкрепляют или же продолжают эту же тему. Как будто бы имам Ибн Баттар Аль-Укбари подготавливает человека к тем событиям, которые, возможно, будут, или же не то, что возможно, а будут к концу времен, когда и правители испортятся, и народ испортится, и распространится и ширкият, и бидъият. Поэтому он приводит слова Ибн Мас'уда, радиаллаху анху. Ибн Мас'уд, радиаллаху анху, говорил: «Ида вакаан насу фи шарри», когда люди впадают в плохое, то есть это распространяется среди людей, плохое. «Факуль», тогда ты говори: «Ла усвата ли фи шарр», нет у меня пример подражания плохом. То есть я не следую за людьми плохом. «Ляюаттинанна льмар'у нафсаху аля аннаху инкафаран насу куллухум ламяху». Пусть каждый из вас, то есть каждый из людей воспитает себя. Воспитает на чем? «Ин аннаху инкафаран насу куллухум ламяху». Даже если все люди выйдут из ислама, оставят ислам, что он будет держаться за хак, что он не станет кафиром. А это нелегко. А это не могут большинство людей. Сегодня посмотрите. Когда людям говорят, что это хак, это батыль, это сунна, это бид'а, они что говорят? Люди на этом, значит, это хак. Я следую за людьми. Я следую за каким-то шейхом. Я следую за каким-то ученым. Мне достаточно то-то и так далее. Мне достаточно, что это на мазхабе Шафии или же на мазхабе Абу Исхака или кого-либо. Это их слова. Ибн Мас'уд говорит, что «Ла усвата ли фи шарр». Нет у меня примера в чем? В плохом. Я ни за кем не следую в этом. И что каждый из вас должен воспитать себя, что он будет держаться за хак, будет держаться за ислам, за сунну, даже если все люди оставят ислам или же сунну. Потому что наступят такие времена, и потихоньку это мы увидим, когда те, которые приписывают себя к ахлю сунне, не знают, что такое сунна, не знают разницы между ахлю сунна и ахлю бида, не знают разницы между ахлю таухид и ахлю ширк. Поэтому мы видим, как они вместе сидят, смеются, общаются, объединяются и так далее. В этот момент каждый из вас должен знать, что он не должен оставлять хак из-за того, что большинство людей оставляют. И не должен обманываться тем, что они называют себя комитетом Ахли Сунна или кем бы там еще не было. Этим человек не должен обманываться. Посмотрите на их дела, соответствуют ли они делам Ахли Сунни. Также посмотрите, с кем они дружат, с кем они ходят и к чему они призывают. Вот тогда мы скажем, что они комитет Ахли Сунна или Ахли Бидъа.